6 мая 2022 года, Одесса. Сегодня на выезде из Одессы масштабный пожар. Горит заброшенный завод. Как говорят, что это не от прилета. Огромный дым, говорят, вызван тем, что старые покрышки и пустые бочки горят. Вот. Также в Белгород-Днестровском районе на Одещине украинское ПВО сбило ракету Российской Федерации. Это подтвердил глава города. Были у нас 2-3, и сейчас на данный момент тревога, 2:30 началась. Также была тревога в 12:48, она недолго длилась. Так пока спокойно.